Добрый день. У нас сегодня вторая лекция о Сергее Есенине, о его жизни и творчестве. Хотелось бы начать ее с совсем другого конца, не с поэта Сергея Есенина, а с того, что было в стране тогда, когда ломался ее политический климат, менялся ее политический пейзаж, то есть происходила революция, февральская революция. И именно тогда Сергей Есенин думает, где и как ему быть в этот момент. И именно тогда он ожидает, что вот эта утопия, можно сказать, утопия о мужицком рае, которая была и в его сознании, была она и в сознании, может быть, совсем неграмотных его односельчан, о том, что они получат землю, и о том, что Русь станет землей благоустроенной и райской. И происходит у Есенина поворот в его поэтическом сознании, в его миросозерцании, происходит поворот в его поэтике и даже поворот в его религиозном сознании. Вы помните о том, какую роль в его поэзии играли церковные христианские символы? Ведь он видел, например, ризы Христа в самом поле. Он видел природу как храм христианский. Он видел избу как часть этого храма, или как в чем-то даже повторение образов этого храма. А сейчас, вот начиная с февраля, у него совсем другое настроение. Но, тем не менее, даже перевернутая Библия все равно остается Библией. И Есенин встречает изменения с библейским пафосом. Он пишет 11 маленьких поэм, в которых отражается это изменение. И одна из первых поэм так и называется «Преображение». «Облаки лают, ревет златозубая высь. Пою и взываю, Господи, отелись. Перед воротами в рай я стучусь, звездами спеленай телицу Русь. Грозно гремит твой гром, чудится плеск крыл, новый Содом сжигает Иегудил». И с этими стихами в поэзию Есенина входит то, что можно назвать Евангелие от Сергея Есенина. Новый Завет для новой страны от нового поэта. И стихи о мировом братстве и о мужицком благоденствии складываются в целый цикл. Хочу вам рассказать сюжет одной из этих маленьких поэм. Она называется «Товарищ». В этой поэме у Есенина действует младенец Иисус. Вообще-то Иисус – это такой староверческое, старообреческое имя для Иисуса Христа. И этот Иисус идет воевать вместе с рабочими за революцию, гибнет сраженной пулей, и его хоронят на Марсовом поле. Так что это не то, чтобы полное отрицание христианства. Вот, как мне кажется, очень точное название – «Преображение». Хотя Есенин позволяет себе и более чем резкие вещи. Например, он пишет: «Тело Христово, тело выплевываю изо рта», то есть причастие. И я думаю, что это исполнение крестьянских чаяний о земле и воле, о котором мечтал Есенин, выражается в том, что, можно сказать, очень активно использует в стихах о революции именно такую архаическую библейскую лексику. Ну, например, это поэма «Инония», и посвящает ее, эту поэму, он тоже пророку Иеремии. А открывает у нее так: «Не устрашусь и гибели, ни копий, ни стрел дождей, так говорит по Библии
пророк Есенин Сергей. Время мое приспело, не страшен мне лязг кнута. Тело, Христово тело, выплевываю изо рта. Я, ну и другая строфа. Я сегодня рукой упругую готов повернуть в сей мир. Грозовой расплескались вьюгою, от плечей моих 8 крыл. Так что вот такая библейская лексика и на самом деле такое преображение Библии. Еще поэма, маленькая поэма «Иорданская голубица». Даже названия говорят о том, что Библия очень важна, она актуальна в сознании поэта. «Земля моя золотая, осенний светлый храм, гусей крикливых стая несется к облакам. То душ преображенных, несчислимая рать, с озер поднявших сонных, летит в небесный сад». В этой же поэме «Небо, как колокол, месяц – язык, мать моя родина, я – большевик». На самом деле Сергей Есенин не то чтобы был большевиком по убеждениям точным, не то чтобы он входил в компартию или в партию большевиков, как тогда говорили. Он, наоборот, был связан с левыми эсерами. У него были другие убеждения, крестьянские, скажем так. К большевикам он относился с огромным интересом, но иногда и сомневаясь в том, что большевизм принесет для его любимой мужицкой Руси действительно то, что можно назвать билет в рай. В 17-м году для Есенина ненадолго наступает время утопических надежд. Он верит, что революция даст крестьянину счастливую жизнь, что на месте Старой Руси возникнет страна изобилия, Инония, мужицкий рай. В поэмах 17-19 годов «Инония», «Иорданская голубица», «Пришествие», «Преображение» возникает образ схождения небес на землю, образ телка, образ дождя небесного молока, золотых волос Богородицы и так далее. Есенин отвергает старую религию, религию страданий, и объявляет себя пророком новой веры, доходя до прямых кощунств в поэме «Инония». И лишь поняв, что идет совсем не тот социализм и несет не рай, а черную гибель деревни, Есенин пишет «Сорокоуст», «Кобыли и корабли», ряд трагических стихотворений, где называет себя последним поэтом деревни и пророчит свою гибель. После октября 17 года Есенин декларативно утверждает свой большевизм. И в первое послереволюционное время его отличает колоссальный прилив сил. Его маленькую поэму «Товарищ», о которой я вам рассказала, читают он сам, и ее же читают профессиональные чтецы, одновременно читая 12 блока и «Левый марш Маяковского». Так что вот такая троица, можно сказать, первый поэтический ряд. Маяковский, Блок, Есенин. Есенин в это время хочет заявить о себе как о настоящем революционном народном поэте. Но в поэтике, в самой поэтике, в самой плоти стихов Есенина очень важную роль играла не политика, а образность. Ну, это можно открыть, собственно говоря, в любом месте. «Сядь ты ко мне на крылечко, тихо склонись ко плечу, синюю звездочку свечкой я пред тобой засвечу. Буду тебе я молиться, славить твою Иордань. Вот она, вот голубица, севшая ветру на длань». Вот такие необыкновенные образы сближают его с теми, кто взял себе наименованием слово «имажинизм». «Image» по-английски – это образ, «image» по-французски – тоже образ. И эта поэтическая группа образована в послереволюционное время теми, кто ставил образность во главу угла. И для них очень важна была поэзия Есенина, и не только поэзия, но и, можно сказать, размышления Есенина, которые он записал в своем большом трактате, который называется «Ключи Марии». В этом трактате «Ключи Марии» он изложил концепцию и своего творчества, и вообще будущего творчества.
творчества русских поэтов, того, что можно обозначить путь для русской поэзии через образность. Давайте не забывать, что в это же время были такие группы, как футуристы, как акмеисты. Но футуристов, именно футуристов и имажинистов, сближает неожиданная образность. Удобнее и веселее всего сравнить имажинистов с четырьмя мушкетерами. Их тоже было четверо. Есенин, Шершеневич, Марингов и Ивнев. А потом на смену переметчивому Ивневу пришел Сандро Кусиков. Как и мушкетеры, имажинисты предпочитали действовать нахрапом, ставку они делали на скандал. И в этом они были похожи на своих предшественников, кубофутуристов, которых возглавлял замечательный выступальщик и скандалист Владимир Маяковский. Но Маяковский был хулиганом грубым, а Сергей Есенин был хулиганом нежным. В этом главная разница. Имажинисты – это была группа совсем не таких ярких и талантливых людей, как Есенин. Но вы прекрасно понимаете, что если есть талантливый мотор, то он потянет за собой очень активно целую группу. Того таланта, который был у Есенина, конечно же, с лихвой хватило на всю группу, и группа стала знаменитой. В мае 18 года Есенин переезжает из Петрограда в Москву, и там выходит его второй сборник, его сборник «Голубень», тот, который состоял из стихов 16-17 годов и был подготовлен уже некоторое время тому назад. Переиздается с дополнениями его первый сборник «Радуница». И в 20-е годы Есенин начинает создавать самые сильные свои произведения. Постепенно Есенин приходит к тому, что можно назвать разочарованием в иллюзиях. Тех иллюзиях, которые, может быть, он питал тогда, когда писал «Инонию», когда писал о том мужицком рае, который, возможно, воцарится в России без царя. В этой утрате иллюзий у него было очень драматическое чувство. Это чувство одновременно и приятия нового, и печали, и тоски по уходящей России, по уходящей Руси, по уходящей деревне. «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть». Ведь на самом деле, если мы вспомним ранние стихи поэта, то он наряду с вот таким праздничным, ярким, нарядным видением России, он постоянно писал о том, что кто-то плачет, лирический герой плачет, обязательно кого-то хоронят, он прощается со своей первой любовью. То есть вот этот драматизм внутренний был характерен и для первого периода жизни и творчества Есенина. Но во втором периоде, чем, скажем, дальше от революции, тем больше, происходило отрезвление поэта от его мечтаний об осуществлении его поэтической утопии. И это, конечно, сказывалось в его стихотворениях. Одна из его поэм называется «Кобылье корабли». В самих эпитетах вы услышите этот трагизм. «Если волк на звезду завыл, значит, небо тучами изглодано, рваные животы кобыл, черные паруса ворона. Не просунет когтей лазурь из пургового кашля смрада, облетает под ржанье бурь черепов златохвойный сад. Слышите, слышите звонкий стук? Это грабли зари по пущам, веслами отрубленных рук вы гребетесь в страну грядущего». То есть уже страна совершенно другая, страна грядущего. И весла отрубленных рук – это образ достаточно страшный. Сам цвет меняется в поэзии Есенина. Голубое, малиновое, золотое уступает место черному. Черные паруса воронов. Меняется его палитра поэтическая. Меняется образность. То есть она остается столь же сильной, но становится мрачной. Ведь поэт еще очень даже молодой человек, да? Но пишет: «Скоро белое дерево сронет головы моей желтый лист».
Это та же самая поэма «Кобыли и корабли». Он не узнает уже страну, в которой он находится. Кто это? Русь моя, кто ты? Кто? Чей черпак в снегов твоих накипь? На дорогах голодным ртом сосут край зари собаки. О, кого же петь в этом бешеном зареве трупов? Посмотрите, у женщин третий вылупляется глаз из пупа. Это глаз голода. Женщина видит и животом. И вот такие стихи. «Никуда не пойду с людьми. Лучше вместе и сдохнуть с вами, имеется в виду со зверями, которых всегда любил Есенин, чем с любимой поднять земли в сумасшедшего ближнего камень». Любимая земля сталкивается в сознании Есенина с новым железом. А вот это вот новое железо – это новая Россия, новая железная цивилизация. И в поэме «Сорокауст» он описывает ту картинку, которую он видел из окна поезда, когда за поездом бежал жеребенок и не мог этот поезд никак обогнать. «Милый, милый, смешной дуралей, но куда же, куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница?» Вот этот драматизм в сознании, разрывающий сознание поэта, приводит его к тому, что он записывает как исповедь хулигана. Потому что когда тупик, то нужно куда-то найти какой-то свой выход. И вот выход Есенина был в сторону того, что можно обозначить поэтическое, и не только поэтическое, но и человеческое хулиганство. И он пишет книгу, которая будет названа «Москва кабацкая». «Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен. Осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм. Но не бойся, безумный ветр, плюй спокойно листвой по лугам. Не сотрет меня кличка поэт. Я и в песнях, как ты, хулиган». Вот в чем его хулиганство. Это свобода, это воля, это разенщина, это, можно сказать, пугачевщина. И в самых сильных вещах, которые он создает в это время, он пишет о том, что можно обозначить крестьянский бунт и его возможности. Это поэма «Пугачев», одна из последних поэм, драматическое произведение Есенина. Но озлобленное сердце никогда не заблудится. Эту голову с шеи шиби нелегко. Оренбургская заря, красношерстные верблюдицы, рассветные рояла, не в рот молоко. Голодные, корявые, выми сквозь тьму прижимал я, как хлеб, истощенным веком. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я хочу все-таки остановиться, сказать вам чуть-чуть о том, что такое поэтический сам образ самого поэта в это время хулиганства, назовем его так, да? Это время артистической богемы, это время артистической свободы, это время, когда Есенин выступает чуть ли не каждый вечер в стойле Пегаса, было такое у нас в Москве кафе. Это вечер, когда он чуть ли не каждый раз устраивает скандалы. Это время, когда он бездомен, когда он расстается со своей женой Зинаидой Райх и остается, переходит, можно сказать, от одной влюбленности к другой любви и назад. Это время, когда он чувствует себя абсолютно неприкаянным. Богема – понятие не очень простое. В ней есть, по крайней мере, два важнейших начала. С одной стороны – богема – это люди непременно творческие. С другой стороны, те, которые делают свою жизнь жизнью публичной. В 15-м году, попав в Петроград, Есенин сделался предметом наблюдения для тогдашней богемы. Когда он сам стал знаменитым поэтом, для него было очень важным показать, что теперь он может кого-то сделать предметом своего наблюдения. Он сам стал
частью той богемы, которая следила за другими поэтами. 20-е годы, несмотря на все сложности, которые переживает Есенин, несмотря на его пристрастие к спиртному, которое усилилось в связи с тем, что вместе с его женой Айседорой Дункан он ездит по многим странам Европы, пересекает океан, ездит по Америке, много выступает, а он чувствует себя опять же неприкаянным, то, возвратясь после этого в Россию, он уже пишет о том, что не только слетает с головы этот желтый лист, но что облетает его творчество. В этом он, конечно, не прав. Потому что именно к самому концу жизни, вопреки всем этим обстоятельствам, у него абсолютный расцвет того, что можно назвать жанровым разнообразием его поэзии. В 20-е годы Есенин осознанно подводит итоги недолгой жизни и прощается с ней. Он не отделяет свою судьбу от исторической судьбы России. Поэт обращается к крупным жанрам и жанровым формам – циклу стихов, поэме, драматической поэме. В каждом таком произведении в центре масштабный обобщающий образ. В Пугачеве – образ мятежника, вождя крестьянского восстания. В персидских мотивах – образ Персии, голубой, веселой, несуществующей страны, которые поэт выдумывает взамен утраченной Руси рая. В «Анне Снегиной» образ лирического героя Сергея, безусловно, автобиографический. В поэме также важны место и время событий – русская деревня и русская революция. Подчеркнут пушкинский мотив возвращения – в пространстве, в родные места, во времени, к чистоте первой любви и истокам творчества. Наряду с циклами лирических стихотворений, с маленькими поэмами, он пишет большую поэму «Анна Снегина». Это поэма о том, что такое гражданская война в России. Когда началась Первая мировая война, Есенину было 19 лет. В войне он прямого участия не принимал. За исключением 2-3 стихотворений ничего о ней не писал и неожиданно вернулся к теме Первой мировой войны в 1925 году, когда ему было 29 лет, в поэме «Анна Снегина». Он делает героем этой поэмы солдата-дезертира, человека, покинувшего армию, и этот выбор Есенину очень важен. Через него поэт стремится осмыслить, что же произошло с Россией в 1917 году, почему солдаты бросили оружие, бросили окопы и устремились в родные деревни. И в этой поэме мы встречаем удивительные строки, которые рисуют состояние лирического героя и объясняют причины его поведения. «Война мне всю душу изъела. За чей-то чужой интерес стрелял я в неблизкое тело и грудью на брата лез». Итак, все обстоятельства, о которых мы с вами говорили, приводят к тому, что Есенин не чувствует себя спокойно и уютно. Он переезжает с места на место, он меняет друзей, он не хочет быть один и хочет быть одним. Он женится в последний раз на внучке Толстого, Софье. Она становится Софьей Есениной Толстой и будет заниматься поэтическим наследием Есенина. Он уезжает в Питер для того, чтобы освободиться от многого и, может быть, начать новую жизнь. И говорит своим друзьям о том, что он перестанет пить, что он прекратит свои пьяные скандалы, что начнется совершенно другой этап в его жизни. Но, не выдерживая вот этого разрыва внутреннего, этого разлада с самим собой, он кончает с собой в гостинице «Англитер» 28 декабря 1925 года. Его похоронили в Москве на Ваганьковом кладбище. Прощалась с ним вся Москва, прощался перед этим с ним весь Питер. Но Есенин никуда не ушел из русской поэзии. Если мы вспомним таких поэтов, как Булат Акуджава, и особенно такого поэта, как Владимир Высоцкий, мы прекрасно понимаем, что без Сергея Есенина не было бы ничего этого, не было бы этой певучести, не было бы этого разрыва и не было бы этого надрыва Высоцкого, не было бы этой сюжетики, не было бы этой лексики, не было бы этой
народной свободы и удали. И я думаю, что и ему предстоит еще долгая жизнь в русском слове, и нам предстоит читать и разгадывать эту сложную поэтическую личность Сергея Есенина.